Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. В стране случилась необъявленная девальвация. Как ослабление маната отразится на простых азербайджанцев, по вашему мнению? В психологическом аспекте? Да. Ну, вы знаете, есть такое понятие в психологии именно, да, как адаптация. Но адаптация и в физиологии есть, и в психологии, да. Ну, давайте вот рассмотрим первый негативный вид адаптации. Адаптация как полное исчезновение ощущений в процессе длительного действия силы раздражителя. То есть приспособление. Первый раз девальвация была, если я не ошибаюсь, в феврале этого года. Да? За год две девальвации было. Да? Вот. Ну, конечно, была реакция, было возмущение и так далее. Ну, люди адаптировались, но не такая значительная девальвация была. И цены, конечно, не сразу выросли, но постепенно стали цены расти. Ну, есть такое понятие, как вот как мягкая девальвация. Да? То есть можно было бы постепенно проводить девальвацию, постепенно поднимать курс доллара, чтобы люди успевали адаптироваться. Есть люди, которые очень быстро адаптируются, даже состоятельные люди тоже нуждаются в адаптации. Но есть люди, у которых адаптация более сложно протекает. От чего это зависит? Это зависит, скорее всего, можно сказать, и от материального положения, от психического, физиологического состояния и от возраста людей, как адаптироваться вот к этой ситуации. Но адаптация так или иначе будет. У кого-то это очень быстро, в течение недели происходит адаптация, то есть в психологическом аспекте, у кого-то дольше, а у кого-то происходит дезадаптация. Да? То есть что такое дезадаптация? Это когда человек не может адаптироваться. В магазинах люди начали скупать все вещи, полки пустуют. Нормальный ли этот фактор? Как вы считаете, правильно ли это? Вы знаете, я в социальных сетях вчера тоже смотрел, видел, и многие там, можно сказать, с юмором ставят вот эти все ролики, там эти фотографии ставят, как люди скупают и так далее. Ну, по-разному там комментируют и так далее. Но вы знаете, это неэтично смеяться над этими людьми. Вы знаете, есть люди, которые просто на сегодняшний день вот в нашей стране не находят денег на лечение, на еду и так далее. Для них сэкономить 10 манатов – это большая вещь. Вы знаете, что есть человек, у которого просто нет этих 10 манатов лекарства купить. Вот он и это и делает, чтобы пойти для своего ребенка грудного купить лекарства. Понимаете? И поэтому с точки зрения человечности и так далее – это нормально. То, что люди делают. Из-за страха лишиться комфортной жизни люди начали совершать необдуманные поступки. Вот как вы думаете, возрастет ли количество суицидов, самосожжений, потом и вообще вот, может ли возрасти криминал в стране? Первый этап девальвации сопровождался суицидами, какими-то расстройствами психическими, психологическими расстройствами, конфликтными ситуациями, самосожжениями. Особенно люди, которые, представляете, вот человек выплачивает банк кредит в долларах, да, например. Ну, во-первых, этот договор заключается, даже обычные там телефоны покупают, там очень мелким-мелким шрифтом пишут, да, вот эти договора. Я лично, например, я не вижу, что там написано. И вы представляете, нанимать адвоката, что он проходил, читал договор, пояснял что-то в долларах, в чем и так далее. Люди просто подписывают. А потом выясняется, что если произойдет там девальвация или еще что-нибудь, согласно курсу доллара, то есть новому курсу доллара, люди в манатах согласно курсу доллара будут выплачивать. То есть это опять-таки говорит о безграмотности, непросвещенности людей. И, например, вот представляете, человек выплачивает кредит, например, 3 тысячи, да, он вот вчера только выплатил там 1500, а сегодня у него опять эти 3 тысячи на нем остаются. Ну как человек себя будет чувствовать? Он потерял 1500. Ну как человек себя может чувствовать в этот момент? Эти деньги он мог потратить на своих детей, на еду, или там, я не знаю, куда-то на отдых. Хотя наши люди в большей степени больше денег тратят на медицинские услуги. В Азербайджане очень каббалистические условия для покупки жилья, кредиты. Очень высокий процент кредитов, то есть до невозможности высокий. Да? Вот суицид это, опять-таки, да, ну кто-то считает, возможно, это выходом и так далее. Ну представляете, мужчина, да, который уже перестал зарабатывать деньги. Он приходит, он просто, например, его гордость, особенно азербайджанский мужчина, гурур говорят на азербайджанском, его гордость не позволяет смотреть детям в глаза. Воровать он тоже не может. Если вы узнаете, что вот, ну, любой человек, да, что вы залезете кому-то в карман
вытащите оттуда деньги, и вас за это не накажут, вы знаете, поголовно все начнут воровать просто. Просто будут воровать. Если вы будете знать, вот квартира, да, открытая, нету замка, зайдете оттуда, возьмете что-то, и вас за это не накажут, вы это сделаете. Это, как вам сказать, это вопрос этики и так далее. Ну, это, естественно, не 90% людей же такие порядочные, да, правильно? Не 100% порядочные, да? Ну, 50% найдутся, которые пойдут это своруют. Почему это происходит, я вам скажу. Потому что есть ложь. Вот просто обычная человеческая ложь. Выступает, значит, председатель или президент, я не знаю, Международного банка, президент Национального банка, это, можно сказать, главный, ну, может быть, второй по финансированию человек, да, то есть он осведомленный человек обо всем, скорее всего, и он людям говорит, что не беспокойтесь, все хорошо, у нас твердая валюта и так далее, и через несколько дней, допустим, происходит вот эта девальвация, понимаете, ну, он авторитет же, правильно? И вот люди просто верят. Просто вот верят телевидению, верят, допустим, чиновникам и так далее. И, конечно же, расслабляются. И на сегодняшний день девальвация, это называется залезть людям в карманы. Отнять у них последние. И с этим, помимо денег, это деньги, понятно, человек опять-таки он найдет где-то, пойдет, он как раб будет с утра до вечера работать, кусок хлеба своему ребенку принесет, да? Помимо этого, у людей украли надежду. Надежду на хорошее будущее, надежду на стабильный манат и так далее. То есть самое страшное, когда у людей воруют, отбирают надежду. И, к сожалению, на сегодняшний день, в году две девальвации, вот это называется, я бы так назвал, это не потеря денег, это потеря всех надежд. Может ли возникшая ситуация, скажем так, недовольство в обществе перерасти в агрессию, которая выльется в активные протесты? Я бы вам сказал такую вещь, очень интересная. Иногда вот многие обижают на социальные сети, но вот всю эту агрессию, то, что да, естественно, это может вылиться в агрессию и так далее, но всю эту агрессию знаете, что останавливает? Или кто останавливает? Вот всю эту агрессию останавливают социальные сети, в частности, Facebook, например. Люди всю свою агрессию на Фейсбуке изливают, ругаются и так далее, там всякие посты пишут, превращают это в какую-то степень в клоунаду, например, какие-то ролики там смешные ставят. И вот этим люди всю свою отрицательную энергию, всю свою агрессию изливают в социальных сетях. И поэтому, конечно же, я не думаю, что вот будут какие-то вот такие протесты и так далее, там массовые. Хотя я считаю, что это нормально, например. Да? Вот, ну, это, конечно, надо согласовывать. Недопустимо там какие-нибудь там, я не знаю, что были вот агрессивные какие-то повадки и так далее. И, конечно же, ну, к сожалению, наши люди очень быстро поддаются на провокации. И поэтому я не думаю, что это возможно на сегодняшний день в Азербайджане, чтобы люди вот таким образом агрессивно вышли, там друг друга били и так далее. Ну вот вчера была девальвация, вот вы говорите, в маркетах, да, вот происходило. Я наблюдал, что вот люди абсолютно там, не как в Москве, да вот в Москве тоже такое было, люди сносили магазины в прямом смысле этого слова, там драки были и так далее за товар, да, электробытовую технику, да. А в Азербайджане даже вот в маркетах люди там скупали, но это все было очень культурно, я вам скажу. То есть что касается культуры поведения наших людей, они очень культурные. Могут ли безнадежные люди примкнуть к каким-либо радикальным течениям религии, религиозным движениям? Может ли это создать определенную угрозу? Что такое религия? Религия – это благочестие, святость. В переводе, в прямом смысле, то есть это как благочестие, святость. Вы знаете, на сегодняшний день религия тоже утратила свой авторитет. Например, вот что касается вот этих радикальных течений, и ИГИЛ, например, да, там у нас ИШИД называется, ИСИС на английском называется, да, да, там разные его там названия, да, я не думаю, на сегодняшний день религия сама потеряла свой авторитет. Вот как та сила, которая может там двигать людьми, двигать справедливостью, потому что религия на сегодняшний день сама несправедливо поступает с людьми. Я не боюсь это сказать. Религия и Бог – это разные понятия. По крайней мере, у меня. Церковь, мечеть и религия – тоже это разные понятия. Бог и религия – это разные совершенно понятия. Сейчас больше людей
я вам скажу вот так, ну это опять-таки субъективное наблюдение, больше людей предпочитают деизм, да, то есть вера в Бога без всяких религий. И поэтому я не думаю, что в Азербайджане на сегодняшний день вот люди будут примыкать. Да, возможно, определенная категория людей и так далее, которая, как вам сказать, ну, непросвещенная даже в самой религии, просто фанатично верует, да, возможно, вот определенная категория людей. А так в целом, если посмотреть, я не думаю, что на сегодняшний день религия, как в Иране, например, или там, я не знаю, как в Саудовской Аравии, что вот сегодня наши люди согласятся покрыться и так далее. То есть религия – это та модель религии, там разные, есть радикальная, например, как вот ИГИЛ и так далее. Наш, я вам скажу, 99% населения против ИГИЛа, против вот этих радикальных течений, опять-таки, благодаря Фейсбуку. Почему? Вот выставляются ролики там с отрезанием головы, унижением женщин и так далее. Я думаю, что что бы ни происходило, то есть я думаю, что на сегодняшний день в Азербайджане это невозможно, потому что, ну, религия уже была, люди, определенная категория людей уже примыкала там и к ИГИЛ и так далее, там ездила в Сирию и так далее. Ну, итог вы сами знаете, да? Какой? Я не думаю, такое невозможно. И вот напоследок хотелось бы вас вот спросить, точнее, даже не то, что спросить, вот услышать ваш совет как специалиста. Что бы вы могли посоветовать нашим гражданам, как выйти из такого положения, как выйти из депрессии? Я бы не сказал, что на сегодняшний день, чтобы депрессию переживать, для этого тоже определенная психологическая подготовка нужна, да, человеку. Например, вот в депрессию какие люди впадают вообще, вот если посмотреть? Более чувствительные люди, более, как вам сказать, справедливые люди и так далее, да, то есть я не думаю, что у нас вот поголовно все вот так, у всех такое обостренное чувство справедливости. Я так не думаю, что вот они вот сейчас будут впадать в депрессию. Вообще депрессия – это как диагноз, как болезнь. Вообще, просто общее такое название говорят, депрессия, да. Люди адаптируются, люди, как вам сказать, ну, совет, вы знаете, вообще-то психотерапевты не дают советов, на самом деле это неправильно, да? Ну, мое видение ситуации, это опять-таки субъективное. В каждом человеке есть скрытый, неиспользованный ресурс. Человек просто должен использовать свои внутренние резервы, ресурсы. Да, ситуация тяжелая и так далее. Благодаря чему? Благодаря, как вам сказать, некомпетентности определенных людей, определенных чиновников. Благодаря, как вам сказать, ну, неправильным расходом и так далее. Вот самая большая проблема для Азербайджана, вот нехватка каких специалистов, знаете? Вот дизайнеров не хватает в Азербайджане. Вот действительно, в прямом смысле, да, вот хорошим, чтобы со вкусом все там оборудовать, да, вот обычных дизайнеров. И нехватка финансовых менеджеров, то есть финансистов, да. Финансовый менеджер – это человек, который правильно распределяет деньги. И, конечно же, многое зависит от правительства. То есть, когда происходит вот такой кризис, я вам скажу, нужно уметь управлять в кризисных ситуациях, понимаете? Вот как управлять кризисом? Тогда что нужно делать? Всякие строительства и так далее, лишние расходы просто уменьшить. Если сравните цены Германии и Азербайджана, вы увидите, что даже некоторые вещи в Германии дешевле, допустим, в Бельгии дешевле, в Голландии дешевле. То есть мы очень дорогая страна. Ну, сравните их зарплаты и наши зарплаты. При том, что, допустим, да, многие европейские страны не имеют природных ресурсов. Например, Германия имеет нефть. Или Голландия имеет нефть. Нет. Вот представляете, с одной стороны, нефть – это большая беда для людей. Почему? Человек становится ленивым. Человек не хочет, как вам сказать, использовать свои возможности, ну, что-то производить, что-то делать, например, да. Если бы людей предупредили бы, то есть, ну, как, есть страны, да, если вклады людей, например, в манатах, и государство само автоматически переводит это в доллары, что вот если такое даже произойдет, то есть вы не беспокойтесь, это будет компенсироваться, потому что не надо надеяться, что люди сами пойдут это сделают, понимаете, люди доверчивые. Вот после этого случая, я вам скажу, очень большое количество бизнесменов, у кого есть хоть какой-то малейший шанс уехать и построить свою работу за рубежом, люди будут уезжать. В Азербайджане еще очень большая трагедия, это называется утечка умов. Если бы вы мне задали бы вопрос, значит, во времена Петра I, которое государство самое сильное, я бы вам ответил, самое сильное государство, у которого есть
флот, ну, флотилия, военно-морской флот, будем говорить, да? Если бы вы мне этот вопрос задали во времена Великой Отечественной войны, во времена Гитлера, Сталина, я бы сказал, у кого есть авиация? Если бы вы мне этот вопрос задали бы, какое государство самое сильное в 80-е годы, я бы сказал, то государство сильное, у которого есть атомная бомба, оружие массового поражения. После 90-х годов вы задаете мне вопрос, какое государство самое сильное, и вот я вам прямо сейчас отвечаю, потому что это актуально, у которого есть умы. Вы посмотрите, какая парадоксальная система у нас в образовании. И кимбе. Обратите внимание, почему 99,9% людей, которые поступают в вуз, учеников, да, после школы, да, они все обязаны заниматься с педагогом. Почему? Значит, результат. Школа не дает те знания, чтобы люди смогли поступать. А вот сейчас нынешняя девальвация, это будет то, что люди, просто семьи не смогут своих детей отправлять к педагогу заниматься. Будут страдать все, все классы людей. Сейчас люди будут урезать на медицине и так далее, вот на всем будут урезать.